Всем привет! Сегодня закончил делать замок города Фабрика. Вот такой вот он получился. На него ушло довольно много времени, и еще столько же времени ушло на его оптимизацию под 3D-печать. Давайте на него посмотрим. Единственное, что я не стал делать таким вот купол непонятного вида, как он был в оригинале, в Хоте, потому что там попытка была закосить, наверное, под золото, но при 3D-печати, давайте смотреть в куре, оно бы выглядело не очень хорошо, поэтому будет гладкий купол. Так, опускаем вниз и начинаем видеть, нет, не начинаем, вот сейчас начинаем видеть, что здесь уже нету ничего, то есть экономия большая идет по пластику. Вначале, когда я только загрузил модель, она кушала где-то 450 грамм пластика. После этого я провел много времени за оптимизацией. Как мы видим, все внутри уже, ну, нету там ничего, поэтому пластик на внутреннее заполнение тратиться не будет. Тут вот буквально в некоторых местах автозаполнение пластиком идет. Все остальное же у нас идет без пластика, просто борта хорошей стенки. Здесь также. Тут давайте смотреть. Поехали вниз. Вот мы видим тоже, что здесь стенки не слишком широкие, внутренности все пустые. Модель рекомендую печатать, конечно же, на подложке, так она будет более устойчивая. Вы не так много пластика потеряете для подложки, как получите бонусов от того, что будете делать именно так. Ну вот видите, автозаполнение, раньше оно было везде вот так вот все заполнено, сейчас буквально вот в некоторых местах. Ну и естественно нужны будут поддержки на шестеренку вот эту здесь, поддержка на пушку здесь и, возможно, шестеренку тоже и здесь. Насчет остального, в принципе, я думаю, не так страшно. Допустим, давайте в подготовке глянем. Вот эту половину он напечатает принтер мой. Ну и ваш, скорее всего, нормально. Ну и вот эту часть, которая подсвечена красным, скорее всего, он напечатает нормально. Потому что тут не такой страшный угол, как мы видим. Тут тоже он ставит метку о том, что угол критический. Но на самом-то деле он не сильно критический. Он будет его наслаивать нормально. Вот. Мы тут видим, что пойдет неплохо так. Поэтому пугаться этого не стоит, вот этих вот частей. Ну и если не получится, то придется поставить сюда вот где-то конец поддержку. Но так, мне кажется, и без поддержки вот эти части отпечатаются нормально. Ну а вот пушки и шестеренка — это must have. Там нужна будет поддержка точно. Я постарался здесь купол вот немного зауглить, так сказать, чтобы тоже он напечатался без поддержек. Будем надеяться, потому что доставать оттуда поддержки было бы проблематично. Здесь не очень широкая, да. Немного не нравится покраснение, но выступ небольшой, поэтому будем посмотреть, так сказать. Пишите в комментариях, сильно ли это критично. Вот такие вот дела. Вот такой вот у нас получился замок города Фабрики. Спасибо за внимание.